Салам, это ТПК. Прямо сейчас вы будете смотреть поездку в Татарстан, в город Набережной Челны, которую мы осуществили где-то в середине ноября. Поездка сопроводилась небольшими трудностями. Например, изначально мы хотели поехать в город Елабуга, но водители на Блаблакаре отказывались везти нас обратно из Елабуги в Ижевск. И поэтому нам срочно пришлось менять пункт назначения. Кроме того, мы должны были поехать в 9 утра, но когда мы пришли на место встречи с водителем, выяснилось, что у него время московское, то есть на час меньше. И нам нужно было ждать его еще час на том же самом месте. А это уже был ноябрь, было очень холодно стоять ждать, конечно, не настолько холодно, как сейчас, но тем не менее приятного мало. Поэтому мы нашли другую поездку и поехали, в общем-то, с другим водителем. Ну и еще водитель, который должен был вести нас обратно, попросту слился, и нам пришлось искать нового. И он выезжал вместо 6 вечера в 8, а на деле приехал вообще в 9. Вот чем мне нравится дорога Ижевск-Набережной Челны, так это тем, что здесь практически везде есть интернет. Это тебе не дорога Самара-Ульяновск, где до Ульяновской области интернета практически нету нигде. Было очень непривычно слышать посреди двора на весь квартал, как играет молитва. В принципе, в Башкортостане и Татарстане это обычное дело, но у нас в Удмуртии такого просто не бывает. Я как-то жил в Казани летом. Мой хостел располагался возле мечети, и у нас прям посреди ночи за окном заиграла молитва. И причем настолько громко, что вот я вот ее слышал сквозь помещение. Thank you.
часовыми поясами в Татарстане настоящая беда, потому что они живут по московскому времени. На самом деле у них должно быть самарское время, и это очень хорошо замечается, например, летом, когда рассвет начинается в 2 часа ночи, или зимой, когда темнеет начинается в 3 часа дня.